Двух парней, которые разули новый Таурек за 4 миллиона, оставили на свободе. Ленинский районный суд приговорил их к 2 годам условного заключения. Напомним, иномарка была припаркована на улице машиностроителей. С дорогого авто сняли все 4 колеса. Владелец машины оценил ущерб в 300 тысяч рублей. Подозреваемые прятали украденное в своем автомобиле. Колеса нашли полицейские, воров задержали. По данному факту в отделе полиции Ленинске управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Парням грозило до 6 лет лишения свободы, но суд приговорил их к условному сроку в 2 года.